мы снова на море, но сегодня будет обзор не моря, а недвижимости на первое время. И знаете, что 80% австралийцев живут в радиусе 100 километров от моря. Так, добро пожаловать в Австралию! Какие шикарные панорамные. И вот такой обзор. Чудесный панорамный вид, посмотрите. Сидишь дома, такое чувство, что находишься, наверное, на океане. Класс. Смотрите, какие красивые дома. Утром воскресенье обычно очень мало людей. Только те, кто занимается спортом, можно увидеть у моря. Так как сейчас еще весна, купаться рано. Поэтому все гуляют, катаются на велосипедах. Приехав в Австралию, я очень много начала заниматься тоже спортом. Потому что, наверное, можно заниматься в течение всего года. Смотрите, какие улочки красивые. Вот как по ним не бегать или не кататься на великах. Все для того, чтобы выйти, все сделано для людей, чтобы выйти, насладиться природой, зарядиться, получить позитив от природы. Посмотрите на этот маленький, в кавычках, домик. Мало того, что стоимость запредельная домов таких, я представляю, сколько стоит еще содержание этих домов. В Австралии самое дорогое электричество во всем мире. А отопить такой дом зимой сколько стоит вообще? Запредельная сумма. В какой близости от моря находятся эти дома. Поэтому и стоимость их запредельная.
представляете, какой огромный дом. Вообще сложно предположить даже количество комнат в нем. Смотрите, какие классные балконы. Вечером можно выйти с бокальчиком вина, расслабиться, посмотреть на море, подышать свежим воздухом. Кайф. Замечательное воскресное утро. Наслаждаемся красотами. И домов, и океана. Разве это не чудо? Наблюдаем за красотами Австралии. Тихо сегодня, спокойно, воскресное утро. Я бы, наверное, поставила туда гамак. Целыми днями лежала на выходных, читала книги. Смотрите, какой кактус огромнейший. Вау! Прям напоминает мне растительность в ботаническом саду. Супер! Смотрите, какие ночные балконы, обалденные. Такие дома стоят в районе 3-4 миллионов. Обычно на заднем дворике такого дома есть бассейн. Ну вообще, в принципе, зачем есть бассейн, когда в 10 метрах море? Ну, некоторым это нравится.
Можно купаться круглый год. Впереди балкон дома. Да, не балкон, а такая терраса с открытым видом на море. И сзади, как я вижу, тоже открытая терраса. Можно посидеть и побалдеть. Птички поют, спортсмены тренируются. В Австралии очень много людей занимаются спортом. Ну, хотя здесь очень много также и очень полных людей. Но не так много, как в Америке. Это чисто визуально, не знаю, какая статистика. Многие сюда переезжают, в этот район, из-за частной школы для девочек, которая стоит в районе 20 тысяч долларов в год. Умножьте это все на 12 лет, сумма будет просто космическая. Вот эта школа. Зашла на сайт школы, чтобы точнее поделиться с вами информацией о стоимости. Значит, в первом классе стоимость составляет 19 500, и с каждым годом стоимость увеличивается. То есть к 12 классу стоимость обучения в год 30 тысяч долларов. Также хочу заметить, что обычная государственная школа, она не бесплатная. Обучение стоит в районе 500 долларов в год, школьная форма, которая совсем не дешевая, и плюс тоже в районе 120, по-моему, долларов мы платим за канцелярские принадлежности. Это каждый год. Вот так. Такое обучение, дорогой, в Австралии. Смотрите, какая красота. Синовое дерево. Класс. Надо и мне посадить. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Вы получили удовольствие. До новых встреч. Пока-пока.